Ребята, всем привет! Вот такая вот небольшая посылка. Нашел я у себя и забыл про нее. А здесь очень интересная вещь. Ну а что вам рассказывать, когда вы из названия уже это все увидели? Никакого секрета от вас нет. Вы уже все знаете. Я тоже. Часы G-Shock с Алиэкспресса. 17 дней и у меня. Решил я заказать, просили многие заказать такие котлы. А ну подождите. А ну подождите. А не, да, все написано. Все как и обещали. G-Shock, смотрите. Хотя, почему я испугался? Потому что увидел вот эту вот надпись. А вот сами часы. Кстати, ребят, я вам скажу, достаточно качественно сделаны. Здесь у нас подсветка где-то должна быть. Да, вот подсветка у нас. Так, хоп. Так, хоп. Здесь у нас... что есть? Секундомер есть. Хотя, опять же, я не знаю, я особо в этих G-Shock'ах не разбираюсь. Смотрите, модель все-таки выбита. Вот, смотрите, я вам сейчас покажу. Внимательно смотрите. Давай, камера, давай, не подводи меня. Да что ж такое, макросъемка. Ну, короче, вы поняли, о чем я, да? Вот. Скмей. Вот, написано здесь, что 30 метров, как бы они придерживают, да, держат. Но... чтобы протестировать, нужно опустить их в воду. Вот. И подсветка есть. Ремешок у нас качественный такой, резиновый. Здесь у нас прикольная застежка идет. H. Буква вот такая. H. H. Не знаю, как там. Как кому. Вот. И, в принципе, прикольные часы. И стоят они, если я не ошибаюсь, где-то в районе $10. Или $12. Вполне нормальные часы, я вам скажу. И что я могу сказать? В принципе, так, красивые часы, нормально сделаны. В идеале, конечно, проверить их, как они держат воду. Но я вам скажу, особо я не верю, то, что они водонепроницаемые. Хотя сделаны они хорошо. Но знаете как, китайцы пишут водонепроницаемые. Во-первых, они дешевые. Во-вторых, водонепроницаемые. У них это здесь написано 30 метров. Они, для них водонепроницаемость, это когда вы одели на руку, вышли на улицу, под дождь попали, и у вас часы работают дальше. А если вот с ними куда-нибудь занырнуть, конечно, если, например, в бассейн, вот, как бы я сомневаюсь, ребят. Сомневаюсь, но 50 на 50 у меня. И поэтому... требуется от вас помощь, потому что я их не хочу топить. Часы-то красивые, стоят не $3, стоят как бы $12. Утопить я их могу и прямо сейчас. Поэтому, ребят, если кто уже покупал такие часы, отпишитесь. Может, кто-то действительно демонстрировал. И если кто-то действительно скажет, что они держат воду, тогда я уже сделаю тест, чтобы и вам показать действительно. Потому что, ну, мне жалко, правда, такие часы, они симпатичные. Вот, я бы и себе их оставил бы, пусть бы были такие, в бассейн можно ходить, тем более время нужно мне. Вот. Но требуется от вас помощь. Просто не хочу топить, правда. Сейчас, ну, как бы стоили бы они до $5, я бы сейчас их утопил. Но так там $12 или $13, мне не особо хочется испортить такие часы. Все, ребят, жду комментарии от вас по поводу этих часов. Может, кто-то вообще заказывал такие или другие водонепроницаемые. Скиньте ссылки или напишите свое мнение. Жду от вас комментариев. Все, всем спасибо, пока-пока.